Краснодарка Светлана Михеева. Одна из звезд, на которую краевая школа возлагает большие надежды. Художественной гимнастикой Светлана занимается 13 лет. На чемпионате страны выступает каждый год. Но выступать на сочинском ковре, говорит спортсменка, ответственно вдвойне. За команду Краснодарского края здесь болеют все зрители. Я считаю, что у нас гимнастика на высоком уровне, потому что достаточно большое количество девочек попало на чемпионат России. Все выступают достойно. Я думаю, у нас достойный край. Как бы я уже добилась, ну, для себя мастера спорта. Но хочу просто радовать публику, чтобы всем было интересно смотреть и приятно наслаждаться этим видом спорта. Проведение чемпионата России 2016 года Олимпийскому Сочи доверили не случайно. Краснодарский край сегодня занимает высокие позиции в стране по развитию физической культуры и спорта. А краевая художественная гимнастика набирает обороты и последние 5 лет является лидером на юге России. Южный федеральный округ на первенстве России в этот раз представляют сразу 8 гимнасток, среди которых и одна сочинка – Елизавета Чупрынина. Это самое большое представительство за всю историю художественной гимнастики на Кубани. В результате такой вот хорошей победы на Южном федеральном округе на чемпионате наши девочки вышли сюда на чемпионат России. Данные соревнования являются также вот таким этапом развития. Это хороший толчок для сочинской гимнастики и для гимнастики Краснодарского края. Выступит на сочинском ковре и представительница сочинской гимнастической школы, чемпионка вторых юношеских Олимпийских игр 2014 года Ирина Ненкова. Сегодня она входит в основной состав национальной сборной. Гимнастка впервые будет выступать после серьезной травмы. Цель спортсменок – попасть в финал. Задача же судей – определить основной состав на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Чемпионат России – это соревнование по многоборью, поэтому гимнастки должны будут продемонстрировать профессиональное владение всеми 4 предметами. 15 апреля на чемпионат России приедет заслуженный тренер страны Ирина Винер с 2 сборными мастеров спорта и юниоров. 16 апреля состоится финал, где выступят 24 сильнейших гимнастки. Инга Габиша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.